Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. Ну что, сегодня идем за Кицалем, в принципе. Они в районе Краснобелиска, вот тут они бывают часто. По двое бывает, по одному. Это тут как бы видел. Что-то не видать его нифига. Что-то его нигде не видать. Кстати, спасибо за ваши комментарии. Хорошие там отзывы. Как бы не стесняйтесь, пишите. Тут ничего такого нету. Кому что надо, я как бы отвечу. Что знаю, что не знаю, как бы я всегда отвечу. О, нашелся. Так, какой-то тут у нас. Сейчас мы тебя посмотрим. О, какой-то хороший. 130. Женский, ну как бы. Ну ничего страшного. Сейчас мы тебя начнем вырубать понемножку. Бэм. Убивает, блин. Блин, как всегда они сейчас. Будешь за ним гоняться. Сколько раз у меня такое было. Здесь над островами. Летают, блин. И как всегда к лесу они летят. Как будто им там намазано. Так, еще раз получил, да? Какой там попал? О, появился. Что там, котлета подлетела? Сохранка, чтобы не забылось ничего. Бэм. Да, и прикольно, когда сохранка, и когда ты на жибке сверху летишь, блин, и сохранка тебя из игры выбила, блин. И вообще прям очень замечательно получается. Ты тупо разбиваешься, и все, и супер. Или здоровье теряешь, или еще что-нибудь. Поэтому здоровье старайтесь вкачивать хотя бы 300, чтобы не разбиться насмерть. А то будет прям ужасно. Так, что тут, звук опять пропал, да? Замечательная какая фигня. Блин, не знаю, арка обновят, блин. Вроде и Резван там говорил. Как бы я его видел, смотрю, блин. И знаю, что вы его смотрите тоже. И как бы на сайты этих разработчиков тоже заходил, смотрел, что у них там реклама, когда обновление. Ну, что-то там обещают что-то. Только что оно будет или не будет, непонятно. Когда оно к нам дойдет, блин, опять через Google Play, скорее всего, через Google Play. Будет какое-то обновление, или я не знаю, что-то будет. Так, куда ты летишь, зараза, я не пойму. Что такое? Что-то подтупляет немножко. Блин, собака, сейчас будет летать, блин. Что-то оглушение вообще у тебя. Обалдеть, у тебя 16 тысяч оглушения. Это прям очень много. Так, что ж такое придумать? Ладно, бог с ним, будем вырубать. Чем придется? Твой лук вроде как бы взял, блин. Булочного у меня пока мест нету. Сейчас пока буду лупить с такого, с обычного. Так, что это за фигня? Где ты там? Появился? Молодец. Блин, у меня тоже пару раз было такое, что он упал и прям в воду. И все, и конец ему. То бывает падает, и там куча рапторов, и все, и сожрали его. Вот здесь вот над вот этим островом, блин, у меня раз он вырубился. И в кучу рапторов прям упал. Так, что там? Поехали дальше. Блин, как всегда, он сейчас к лесу. Через болото, туда к лесу, попрет, блин. Давай, топка. Блин, надо на это насобрать, и будет на скин. Сейчас пещеру попрохожу, и, в принципе, можно будет уже собирать на скин, блин, на этого. На это пиджарку за 160 амперов, кстати, прикольные. Тек-сёдла эти, блин, прикольные. Тек-брекс у меня есть уже. Что там еще надо? Мегалодон, конечно, он мне нафиг не нужен. Что я вообще не знаю, нафиг он. Эта рыба нужна, блин. Кататься на нем, блин. Самое нормальное из водяных, это, я не знаю, мозазавр, наверное. Тусик, блин, неудобный. Тусиком только хорошо собирать эту, блин. Кожу, вот это всякий органический полимер, пингвинов этих. И на ПВП он тоже нормальный такой, блин. А так, я не знаю, смысл. Ну, давай, падла.
вперед. Поехали дальше. Ну да, как всегда, к лесу уже попрет. Че ты тут летаешь, да? Собака. На тебе пупок. Летаешь, зараза, страшно тебе. Блин, еще бы такой бы замес попался, вообще было супер. Ну это тоже прям хороший, блин. До этого было что-то 2 или 3. Тоже кетцали, блин. Но они маленького уровня были. Я их поубивал по шурику. Вот это заспамился 130-й. Это прям хорошо. Знаете, год надо вырубать его, да? Что за фигня такая? Оглушение у них, конечно, прям хорошее. Оружие нифига не взял, блин. Еще думал, да, пофиг, если там какой-то попадется. Оглушу как-нибудь. Блин, стрел еще дофига. Ну все, полетели дальше. Ну да, как я и говорил, он сейчас к лесу припрется, блин. И все. Сейчас еще, как всегда, сейчас стемнеет, блин. Тут в лесу я вообще не люблю за ним гоняться. Блин, оно еще потупляет тут. Так, короче, блин. Гонялся я за ним. За этим заразой. И немножко я его, короче, потерял. Так, где тут, блин? Где-то тут я его потерял, да? Давай, топтуха, поперли. Где-то он, собака, тут летал. И в конечном итоге я его посеял, блин. Не понял, где он делся. О, луч, как всегда, дебильный, который не подберешь. Нормально. Аллозаврики нападают на диплодока. Капец, блин. Так, а что же, блин, где он был? Где-то он тут собака летал, блин. Я не пойму, где он летал-то. Еще и ночь. Это прям как нарочно, да? Где же ты, гад, есть? Где-то ты тут был. Я только не пойму, где ты был. Что за чушь такая, я не пойму, блин. Где он делся? Где-то в районе вулкана здесь его потерял. Я не пойму, что такое. Где он делся? Алло, ты где делся, блин? Блин, еще бывает, пролетишь, а и все. Назад пострел. Появился. Покрутился. 5 раз он появился. Не пойму, что. Не прогружается. Он большой, блин, зараза. Это как титанозавр, блин. Он здоровый, прогружается плохо. Ну и что, где-то есть? А? Что за чушь такая? Блин, он уже должен здесь быть-то. Что за чушь, блин, а? О, здрасте, переехали. Ты тут уже оказался? Так ты ж вообще вот там был. Ну да, это он и есть. Ну, сейчас тебе начнем еще настреливать, блин. Что, оглушение какое-то делать, я не понял. И, кстати, да, такая ерунда тоже бывает. Ты лупишь, блин, оглушения нету почему-то. Ты где тут, зараза, на тебе. Аджи. Все, ты попер. То есть поперла. И опять плеть поперла, да? Собака. Давай, топтуха. Блин, на топтухе удобно. У нее этот выносливости практически нету. Ну, то есть, как она есть, но когда ты сидишь, она восстанавливается. Ну, чё ты, блин, ну? Ну? Да что ж ты будешь делать, блин? Я уже и ружье взял, блин. Сейчас будет тебя с ружья тебя вырубать. Да что это, блин, еще и сохранение, как всегда. Обожаю эти сохранения. Прям самый удобный момент. Так, и тут, да? Сейчас я тебе под пузо тебя нырну и стрельну. Не улетай, на тебе. Вот так, я думаю, будет быстрее. Блин, сейчас темнеет еще. Это прям будет не есть хорошо. Ты где тут? Давай, деревья, чтобы только не теряйся, не где, блин. Ты такой хороший, ты мне пригодишься. Так. Жизни будет много, блин, как бы. Все такое будет, и веса будет много. Кстати, если что, лучше на среднем уровне играйте, блин. То уже более-менее играет в арк. Как бы можно уже на большом уровне, где 450.
А так вот, если, блин, играть, как бы и жибка нормально, более-менее. Как бы веса хватает, блин, урон у них хороший. Веса куча, блин. Жизни тоже нормально. Блин, спустился, да? Ну, если будет прям уже давно-давно в арке, ну, в принципе, можно уже на 450 переходить. Как бы после вот этого я, наверное, уже буду, наверное, на хард переходить, и там уже будут другие видео. Там и жибка пободрее такая. И урон у них большой, блин. И в данже там можно таких отгрести, блин. Блин, нас еще ничего не видно. Ну, даже зато там награда обалденная. На среднячке более-менее, а вот на большом, на харде, это там вообще. Просто супер-пупер, блин. И урон большой, блин, у оружия, броня огромная, блин. Кстати, я потом покажу, как можно будет выбивать урон большой. Там ружья, всякую такую ерунду. Броню подбирать, блин, просто тупо сохраняться, и через сохранение можно будет. Если так меч подбирал, блин. Ну, такой более-менее подобрал, блин. Так, да будет свет, сказал монтёр. Ничего не видать, а? Очень-очень хорошо, что ничего не видать. Теперь не поймешь, где оно, чё оно такое. Ладно, чё, будем сейчас идти на привал. Как бы он где-то здесь потерялся. Ну, а потом уже утром буду его искать. Эх, чё тут? Нету тут никого, тут не лазит. Собака тут никакая не лазит. Ну, птица, сволочь. Кстати, про птицу я потом тоже сниму, про ужасную птицу и про архитерикса, блин, а то что-то там сказали, типа, вот, типа, не всех птиц снял, я снял тех, короче, живок, которые летают. Как бы архитерикс, это такая пеня полная. Так, что, возьмем вот эту штучку и будем байки-байки ложиться. Ну, все. Всем спокойной ночи. Так, ну уже все, нормально уже. Светло. Светло, хорошо. Давай. Бабушка. Бабушка, не бабушка. Полетели искать эту заразу. Сейчас уже добьем ее. Я надеюсь, оглушение за это время не сильно упало. Так, где оно тут есть там? Где она тут есть? Что-то я ее потерял. Что за фигня такая, не пойму я. Блин, она же тут летала, зараза, да? Ну и типа чего? Не понял. Она же тут летала. Тут было темно. И дальше что, куда она делась? Вот этот лес я вообще прям не люблю, блин. Такой дурдом, блин. Потеряешься и все, не поймешь, где что оно тут такое, блин. Кстати, вот здесь куча этих архиоптериксов, блин, на которых можно типа летать. Не летать, а планировать можно будет. Схватил, прыгнул там откуда-то. Типа как парашют у тебя получился. Так, это птерчик, блин. Он мне нафиг не нужен. Птерчики, птерчики. Где ж ты, собака? Спрятался, я не пойму, блин. Что за фигня такая? Ну, что такое? А, вот он ты где, да? А что-то не понял, а что ты в этом месте оказался? Ты же вроде в лесу там гуляла. Так, сейчас мы тебя будем вырубать дальше. Блин, жизнь что-то там немножко всем ушло, это хорошо. Блин, золотой луч. Золотой луч. И что, где она делась опять? Да что за бред, я не помню. Вот опять делась. И? Что за ересь такая? Где это делалось, блин? Это кошмар просто какой-то. Блин, да давай же не лагай-то, ё-моё. Дебильный этот лес, надо постоянно тут что-то происходит такое страшное. И чё? Ну, это я что-то уже далеко куда-то улетел, да?
Ну и замучил меня этот кицарь, блин, это вообще кошмар. Сколько можно за ним летать там, блин? Куда он улетел-то? Где-то я зараза, блин. Ой, кошмар какой-то. Ну, здесь он был и... Здесь я лупанул задницу ему. И чё? Так, короче, будем его сейчас искать. Короче, нашел эту заразу. Вырубил, блин. Он прям так удобненько упала она. Молодец. Сейчас пойду мясо нарубаю. Бабочку я рядом оставил, пускай его типа охраняет, блин. И буду приручать кицаля. Так, вот эти прям на мясо идут хорошо. И, кстати, на них платформу можно ставить, блин. Всякие там турели, блин, всякие дома переносные. Ну, не знаю, я ими не пользуюсь. Так как бы вообще такой, не очень себе. Так, кто-то тут бегает, да? Кто-то там бегает и не бегает. Ну, найдите сюда мясо куски. О, еще сейчас первосорка посыпется. Так, еще первосорка, еще первосорка. О, максималка, офигеть. Это прям круто. О, из жопы кровь. Кровь и какашка улетела. Ужас какой. О, бревно прогрузилось, обалдеть. Так, давай, 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 не лагай. Так, что там еще у нас есть? Так, смотри, что у тебя есть, дай мне бальзам. И вот эту штуку. Кстати, если седло на кицале я получил за охоту на аргентависа. Я ничего, ни инграмму не открывал, ничего такого. Так, как ты залез-то? Алло? Так, что ж ты будешь делать-то, смотри. Да блин, да запрыгнешь ты уже, курица. Так, берем тебе, пиндюрим на тебе бальзам. И мясо тебе вложим. И все, давай загружайся. И немножко тебе траванем, блин. Хотя у тебя вроде оглушение здоровое, блин. Оно сильно так не спадает. Ну так, на всякий. Че такое, летающая трава? Не, ну а че бы нет-то? Это ж Арк, Мобайл. Тут что такое не бывает, блин. Да? Так, это что такое там летает? Так, давай иди сюда, мясо кусок. Ну давай, ну что ты? Оу, спокойной ночи, малыши. Че, там нету больше никого? Никто там не бегает нигде. Так, вот там Роу. Блин, обзора я ничего не вижу, надо будет сейчас все срубить. Ты ничегошеньки не вижу, блин. А что такое? Надо чинить его, да? Блин, блин, блин. Так, фонарики, фонарики. Как у тебя дела? О, половина загрузилась. Хорошо. Дайте чуть-чуть траванем. Шушу тебя потравим, потравим, блин. Чтобы не ошибся. Так, это что такое? О, там Орул. Орул там летает, да? Так, а где-то там еще Орул валяется. Надо зарубить его. На колбасу, блин, и тащить. Ну, маленький нафиг вообще не нужен. Блин, ничего не видно уже. Темно становится. Ужас. Кошмарный ужас. О, зараза, смотри, прилетел, да. Что же сюда приперся, да? Или нет? Что, ты будешь лететь? Нет? Что-то косой какой-то, я не пойму. Ну? Что, ну его нафиг, блин. Не могу в него попасть. Он там где-то в темноте шарится. Так, как у тебя дела? Все, пойдем. Так, ну давай, ну, тебе верю. Так, уже нормально, прям так, хорошо. Знаете, что, мыски. Что там, никого там нету? Что там? Как ваше, ничего? Так, а мяса у тебя вообще нету, да? На тебе мяса. И все.
Блин, силуэта, нафиг, надо его выкинуть, наверное. Тишина и ночь. Что это такое? А, там жрёшь? Ну, давай вот где-то. Не пугай. Голову то, что и мотает. О, еще один, одна кормежка и все. Так, ну все, нафиг все надо забрать. Всякую ерунду. Блин, да. Круто, круто. Так, ничего не видать. О, так будет лучше. Возьмем ружо на всякий пожарный, если кто-то придет. Так, что там, нету никого? Так это шорится, я не помню. О, друзья, товарищи, вы что тут делаете? Как ваши дела? Что-то он не хочет, да? Никуда идти. Алло, нет? Нет, не хочешь? Эй. Вау, я в него попал. 35-й попытки. Ты что, меня клевать собрался? Ты вот тут давай отдохни. 25-й. Вот это да, круто. Короче, на колбасу тебе. До свидания. Да, пускай там валяется. Зато уже сюда не прилетит. Так, если там загружается, все путем, все хорошо. Бабочка, как ваше дело? Последняя, да, уже? Наверное, кормежка. Блин, вот эту темноту я прям уши не люблю. Еще место такое плохое. Ну, давай немножко побыстрее. Так, вот это уже тебе не нужно. Ну что, ждем, блин, в принципе, и все. Давай, иди сюда уже. Блин, нафиг я выдру выкинул. Выдрайся сюда. Блин, и надо. Да что ж ты будешь делать? Что ты падаешь от меня? Я хочу на эту балду, блин, залезть. Ничего, не на ту иконку нажимаю, походу. Ну и что? О! Отлично. Ну, все, сейчас загрузятся и попрем до дому. Здрасте. Как ваши дела? Обалдеть, 10 тысяч жизней. Ну, что, круто. Ну, вот так вот я приручил кесаря. Прям таки, скажем, хорошего. Правда, это было очень, прям таки, скажем, долго, занудно. Ну, ничего, в принципе, все, пойдем. Так, давай я делаю сядушку. Ну, у тебя там статы прям такие хорошие у тебя. Так, мясо дай мне. Дай мне мясо, будь человеком, то есть не человеком. Да, хорош. На тебе топливо. Заправляем свой самолет. И прям до дому. Все, да, тебе хавай. Хавай. Ничего. Вот такой самолетик получился. С таким теперь можно летать их что-то и далеко, и брать много веса, и всех собирать. Ну что, вот такая вот история. Всем пока-пока, до встречи на канале, и удачи вам. Все, давайте, пока. До нового видео.